Это сволочь Россия на Донбасс к нам пришла. Это тварь Россия сыновей наших унесла. Путин не жалеет ни отца, ни дочь. Расстреливает он их в темную ночь. На пулемете в ДНР Моторола сидел. Он наших патриотов всех расстреливал во вражеский рашистский прицел. Сам он родом с Востока. Через границу тем временем идет российская морская пехота. Путин хохочет, как только гиви из гранатомета наших солдат в Донецком аэропорту мочат. У Порошенко поджилки затряслись. Решил он в НАТО поскорей пройтись. В НАТО от него охренели. Потому что его рошеновский шоколад поесть успели. Русские буки и грады нас долбали. Под Мариуполем мы своих патриотов похоронить не успевали. В Чернобыле сильное зарево было. Без российской помощи это быть не могло. Все у Путина на юго-востоке нашей страны было хорошо. Но тут малазийский Боинг грохнулся, как в стекло. Он из Голландии летел, и российский снаряд под фюзеляжем прилетел. 250 человек было на борту того самолета. Не узнаем мы теперь имя малазийского пилота. Володя понял, из-за этого ЧП санкции вводят против его друзей по всей матушке земле. И узнала вся российская страна про друга Володи, бизнесмена Рал Дугина. В скрипках, что на Карибы он возит, есть особая маржа. Это дочек Путина банковские счета. Им высокая цена. Из госбюджета взята она. Чтобы не понял народ, что Путин ворует и врет, решил он свое наступление под Дебальцево остановить и мирный договор в Минске с Леонидом Кучмой заключить. Как бы не было теперь, наше контрнаступление под Тверь.